сборную Узбекистана начинает метровый удар. И Кейн, нападающий из Тоттенхэм Хотспур, на 64-й минуте счет сравнял. Кейн выходит, пожалуй, такая самая заметная фигура англичан на этом. Здесь надежный центральный защитник сборной Узбекистана. Передача на Сергеева и очень Мухаджаев. Что же касается хорватов, то вот по первым минутам команды это левая, седьмой номер. Но Ребич, несмотря на то, что в основном пока отсиживается на фланге левом, это тоже игрок сугубо так может оказаться в центре внимания, но нет, играет на опережение центральный защитник сборной Узбекистана. Ребич даже развернуться не успел. Нет офсайда, да, можно играть, удар в сторону ворот, и ужас, как можно было пропустить совершенно, так пробить совершенно непонятно. Макс Талиев имел возможность четвертый гол узбекской команды на этом турнире провести. Ведь неплохо мяч поймал на голеностоп. Да, пока ничем толковым атаки сборной Хорватии не заканчиваются. Где-то вот здесь, вот на подступах штрафной площади уже мяч достается их соперникам. Ну, здесь могла бы быть и желтая карточка, но, по-моему, все-таки мяч. Штрафные площадки пришлось сделать пас на вратаря. Очень технично работают с мячом узбекские футболисты. Любо-дорого посмотреть. Техника на высоте. Но здесь, к сожалению, уже ничего не получится, потому что перевод героя эпизода. Один из героев эпизода. Все три здесь сыграли замечательно. Интересная подача. И главное, что прошла. Вот низко, а прошла. Ощущение такое, что проблемы с концентрацией у сборной Хорватии, особенно в последние 5-7 минут, это заметно. В стадии последнего, предпоследнего паса постоянно мы видим вот такое. Хорватские футболисты. Правда, толковых ударов. Шамсидинов получает мяч обратно. Партнер совсем в другой стороне находился. Шамсидинов подключается к атаке. Его пока не особо задействовали партнеры. Перевод на Козак. Менял свое местоположение несколько раз. Состав сборной Узбекистана. Главный тренер хорватской команды Динко Еличич. Узбекская команда Асылбек Аманов защищает ворота. В обороне слева. Пятый фамилия. Оправдать юношу. Статистика первого тайма. 6 ударов нанесла сборная Хорватии. 5 раз. Сборная Уругвая. Пока судья не наказывает хорватов. Алексич. Хорошо перекрыли зону узбеки. Играть. И мне кажется, дело принципа для сборной Узбекистана все-таки постараться второй гол. Скандеров. Неплохо разобрался. Махсталиев. Левая. Ну да, клевая сейчас гамбургский счет со стороны узбекских футболистов за то, что произошло в ситуации с голом. Я думаю, ему сегодня еще достанется. И ничего не поймем. Здесь самое интересное даже не взятие ворот, а то, как откреплялся от защитника левая автор гола. Штрафной поле сборной Хорватии. Обе команды сегодня забили со стандартов, но все-таки стандарты хорватской сборной явно несут себе большую угрозу. Анда, ну-ка. Справа есть подключение? Есть. Москалиев. Уходит в центр под левую и тут же бьет.
Зеленика надежен на последнем рубеже. Видел партнеров Масталиев. Снова делает ставку на свой удар. Сборная Узбекистана участвовали в атаке. Может быть, читы. Прогресс весьма сомнительно выглядит. Да, мы возвращаемся на поле. Прощупывает соперника левым флангом. Но вот уже и в центре мяч. Масталиев. Хорошенькая стенка. Симпатично все. Налево. Но Сергеев один в штрафной площади. Масталиев. Надо за пределы поля. Третья замена сейчас будет сделана в составе сборной Узбекистана. Как-то все совсем в последнее время выглядит безнадежно. А вот, ну что, сегодня команды только со стандартов забивают. Может быть, и сейчас что-то получится. И второй подряд у ворот Зеленики. В эти минуты, мне кажется, все решится в матче. Навес под удар. Смотрите, 5 футболистов в атаке у сборной Узбекистана. Масталиев. Дальше и здесь борьба. И руки, и ноги, все смешалось.